привет! Пятница. Целая неделя грибная прошла. Всю неделю грибы едим. Сегодня надо немножко поразвлекаться. Вот такая погодка меня ожидает. Пришел в клуб. Ветер только усиливается. Обещали вообще грозы. Наши где-то там плавают. Мне где-то через 40 минут выходить меняться. Смотрите, какая. Если не у меня на камере стоит эта ветрозащита, если бы не ветрозащита, наверное, вообще тут бы отшивало. Холодно стало. Хорошо, что мы за грибами прошлую неделю съездили. Ну, в общем, ветер хороший, волны только начинает разгонять. Посмотрим, как мы сегодня будем. А сейчас 40 минут еще уделю внимание, пойду посижу чуть-чуть на яхте. Ну вообще, в Буэнос-Айресе вот такая погода изменилась. Ну вот так вот сегодня у нас. Вот так сегодня навигал. Я тут управляю вот с такой штукой. Гнется все от ветра. Трепещет, сдувает. Корабль наш наклоняется, аж вода захлёвывает. А мы шуруем. Viste lo que hicieron con el Tango 01 otro día, le pusieron un palazo. Se lo prestaron, no sé quién pasó la publicidad. No, ¿y le tocaron o algo? No, le pusieron. Se les cayó una torre de iluminación en el borde de ataque del ala. No. Bueno, ya está, no, ya valía, un millón de dólares ya no vale nada de eso. Пришла. Загибает, мы единственные, как нам сказали, надо уметь любую погоду выходить. Ну вот и учимся. Вот такие у нас волны на этой речке бывают. И это еще не все. Это еще не шторм. Мама мия, русо! Como nos estamos mojando! Мама мия. Паруса немного приспустили. Называется, не знаю, как на русском. Называется, взяли рисо. То есть приопустили и уменьшили, чтобы нас вообще тут не завалило. Ветер не уменьшается. Мы все еще на воде. Выглядим не как в Аргентине, а как на севере каком-то.
Yo dije que se ve, no como en Argentina, se ve, nosotros estamos como en Siberia. Parece que navegamos en Siberia. Так что любители покататься на лодочке в Буэнос-Айресе, вот, посмотрите, как можно покататься классно. Видите? Лежи, загораешь. Черное море отсюда, и там меня встретит такой шторм. Потому что он 12 часов тут плавал и ученикам рассказывал, горло простудил, теперь почти не говорит. Все, заканчиваем. Уже будем заходить. Для дерива там, ¿no? Дерива, depende. Опа! Вот так у нас вечером. А мы заходим в порт. Брали парус.
волны тут. Заходим на моторе. Так, я на нос искать канаты. Опа. Так что все, заканчиваем занятие вот таким макаром. Сейчас у нас вот так. Так что сейчас будем подходить, придется выключать и искать канаты, швартоваться. И до следующих видео. А у нас пятница, сейчас домой и отдыхать. Впереди суббота-воскресенье, но погодка, видите, какая будет. Суббота-воскресенье, так что не думаю, что много можно будет путешествовать. Лучше всего путешествие будет кино смотреть. Да кофе пить. Вот, заходим. Ладно. Всем пока. Мне работать надо. Чао.